Всем здравствуйте! Сегодня у нас выезд на дачу. И вот посмотрим, видите, распустились тюльпанчики. Очень красивые. Желтые. Первые всех распустились беленькими. Здесь вот по обе стороны дорожки. Вот они тюльпаны. Дорожка у меня выложена вот такими вот бабочками. У меня форма силиконовая. Потом я вам расскажу, как это все делалось. Травка, конечно, уже ползет вперед всех. Вот так она у меня. А сейчас пойду сажать свои гладиолусы. Вот они у меня гладиолусы уже проросли. Здесь я вот достал уже один. Видите, вот они корни дали. Грядку я уже сделала. Она здесь у меня пропахана уже вместе с черноземом, с перегноем приготовлены. Сейчас я ее пролью и буду высаживать. Пролили водичкой луночку и вот так вот сажаем. Здесь у меня где-то сантиметров 20. Здесь вот уже с росточком. Так вот я ее вытаскиваю. Корни все. Проросли они как. И опускаю их прям в водичку. Вот так, не нарушая корневую систему, вместе с опилками я их высадила. Сейчас присыплю землей, польем сверху. Все нормально будет. Вот здесь еще раз вам покажу. Видите, вот там корни видать, но они нисколько не нарушены. И аккуратно засыпаем. Гладиолусы я посадила, а сейчас вот посажу тут мои гераньки. Разных цветов она у меня. Делаем луночки. Земля уже удобренная, готовая. Слышны у нас посторонние звуки, детские голоса. Это внуки играют в футбол. Немножко пьяна.
Вот тут место еще есть, еще один посадим. Цвет не знаю какой будет. Не распустился цветочек. Соседней даче музыка играет. Все отдыхают. Сегодня 9 мая. Так вот мы их посадили, польем и пусть растут. А здесь сейчас я лунку сделаю и посажу хризантему. Сейчас я ее посажу в землю, а осенью опять пересажу в горшок. Садить еще вот один цветочек сюда рассадить. Домашний. Ну, оно и на улице хорошо растет. Тоже видите, какие корневища. Вот теперь пусть растут. Посадил я все свои цветы. Осталась у меня вот такая комнатная роза. Но я ее высажу чуть попозже. Пусть она еще пока постоит в горшке. Успеем. Здесь их три кустика небольших, маленьких. Всем, кто смотрел мое видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем буду рада и всем отвечу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!